Ну что ж, тогда просто продемонстрирую не такой красивый проект, просто продемонстрирую на то, как работает дропзона. Так, я не то сделал. Я сделаю Final Cut Generator. Просто на некрасивой дропзоне. Просто брошу ее в пустое место, чтобы показать, что она из себя представляет. Поздно нажал Shift, точнее Command. Вот у меня в центре кадра будет находиться... Ну, не могу сделать ее совсем некрасивой. Давайте, знаете, как что-нибудь из нее сделаем такое... Сделаем из нее клон. А, с клоном он хуже работает, да? Да, с клоном он вот так вот его... А если вот из группы сделать клон? Во, другое дело. И scale по Y я сделаю минус 100. А, опущу ее чуть пониже. И накину масочку на группу. Такую большую и мягенькую масочку. Масочки сделаю растушевку. Физернем масочку аккуратненько. Вот так вот. Все, вот у меня типа текст с отражением. И пускай пускай вся эта красота. Давайте я сгруппирую ее. Назовем это main. Пом-пом-пом-пом-пом. Пускай она чуть-чуть поворачивается налево-направо. Значит, rotation добавлю. Причем rotation по оси Y. Это параметрический behavior oscillate. Ну, пусть он так, вот это много. Пускай амплитуда будет там 10 градусов туда, 10 градусов сюда. И вот он стоит, колеблется. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Прекрасно. Скорость поставлю побыстрее, чтобы было веселее. Ну, вот оно. Все, вот он. Все, что нужно. Сохраняю. Назову это просто дисплей mirror. Mirrored. Отзеркаленный. В категорию profile, publish. Сохранилось. Возвращаюсь в Final Cut Pro. И из генераторов достаю display mirrored. Вот картинка. И сюда просто могу бросить, ну, у меня единственный Роберт остается, но вот из Роберта, собственно, я и брошу. Просто выделяю еще раз этот генератор слоев, и как обычно, либо бросаю, либо просто могу кликнуть и выбрать нужный клип, например, прямо из таймлинии. Все, apply clip. Можно было бросить оттуда из исходника, не суть важно. Вот теперь у меня здесь видосик с Робертом. Вот принцип работы Drop Zone. Да, очень просто. Ничего сверхвыдающегося. Теперь Роберт покачивается с отражением. Вот. Про это сказал. Последний момент. Немножко задерживаюсь, но фиг с ним. Как создавать эффекты перехода? Потому что это довольно поначалу сбивающая тема. Я сейчас делаю Final Cut Transition. И обратите внимание, у Final Cut Transition тоже есть вот эти два специальных объекта. Transition A, Transition B. Или, например, если это был бы Final Cut Effect, то у Final Cut Effect есть эффект Source, отдельный слой. Вот он там. Который тоже представляет собой, как Title Background, представляет собой исходное видео. Поэтому с эффект Source мы трансформировать его никак не можем, но только если не является частью нашего эффекта. Да? Поэтому с эффект Source понятно, а вот с Transition... Давайте сделаем простейший transition, какой-нибудь push, да, один будет, допустим, отъезжать, другой будет приезжать, как-то они будут так менять друг друга карусельным принципом таким. Сначала сохранюсь, файл save, памятую о том, что я только что рухнул, назову, допустим, simple switch. Switch. Категории у меня еще нет, я сделаю новую категорию, назову это profile. Publish. И дальше в этой категории я добавлю... Тут, да, важный момент. Смотрите, по умолчанию длина моего эффекта перехода аж 5 секунд. То есть предполагается, что у меня transition будет 5-секундной длины, или сколько там, 6-секундной длины.
Это нереально. Вряд ли у нас обычный транзишн будет 6 секунд. Поэтому важно в инспекторе, чтобы вся анимация была сопоставима с реальной анимацией, в свойствах проекта поставить длину не 6 секунд, а ну, обычный транзишн секундной длины. Да? Ну, если он будет длиной 2 секунды, он будет просто чуть медленнее. Но я поставлю его с длиной 1 секунду. Если что, этот параметр я сдвину в 0. Так, надо было бы его заранее вытащить. Этот второй слой, потому что он сейчас исчезает за краем. Все, а вот теперь менять длину проекта. Секундной длины. То есть, еще раз, длина проекта должна совпадать с реальной длиной эффекта перехода. Мы не делаем эффекты перехода длиной 5 или 6 секунд. Поэтому обычно мы их делаем секундной длины, двухсекундной, полсекундной. У меня обычно они достаточно короткие. Поэтому вот я поставил здесь эффект перехода длиной 1 секунду. Дальше. Вот это Transition A и Transition B – это конец предыдущего клипа и начало следующего. Соответственно, я хочу сделать так, чтобы у меня Transition A отъезжал бы примерно… Давайте Transition B пока временно выключу. Он примерно за 6 кадров пускай отъедет. Тоже буду делать это с помощью behavior, а чего нет. Ramp – прекрасный behavior. Поэтому, фигушки, не получится с помощью behavior, потому что иначе придется сделать ему stop behavior. Ну ладно, в кои-то веки сделаю анимацию по ключевым кадрам. Для разнообразия. А то что это все, behavior да behavior. Так, отъезжает у меня он. Пускай будет минус, для ровного счета минус 2000. Так, отъезжает и налево пускай отъезжает. Пускай, значит, я его проанимирую по двум параметрам. Ой, только не X, а не Y, а X. Так, здесь его position будет минус 640. Так, у второго транзишна у него уже будет position по x 640, scale position по z у него будет минус 2000. Все, вот они side by side стоят. Этот отъезжает, тот его уже второй ждет. Второй transition отсюда начнется. Его position здесь, и тоже к 12 секунде у него будет position нулевой. И position Z тоже нулевой. Transition A к этому моменту пускай исчезает. Отъезжает. Так, он должен как-то быть выше его. Нет, даже сделаем похитрее. Transition B пускай приедет и вытолкнет его. Значит, он отъехал, этот его заместил и приехал. Да, так будет интересней. Значит, этот стоит в нуле. Этот приезжает. Transition B, пускай приезжает. Это его нулевая отметка тоже. Отъехал. Так, что-то я запутался. Transition B. По x. Вот отсюда. И выталкивает его. 1280 как бы. 1280. И выталкивает его пускай. Так, а это у нас чуть-чуть позже будет. Это его финальная анимация. Все, вот теперь разобрался. Этот отъезжает. Там его уже ждет этот. Он его начинает толкать по X. За 6 кадров он его выталкивает до 640. Или нет, до нуля. Да, он его выталкивает до нуля. А у Transition A
по x, пускай будет минус 1280. Он его отталкивает. Да, вот оно. Он отъезжает, этот его отталкивает. И нифига он не должен обратно возвращаться. Значит, position здесь у него остается тоже. Здесь минус. А здесь нулевой. Position по x 0. Ой-ой-ой. Transition B. Здесь 0. Здесь 0. Этот keyframe вообще можно удалить у него. Все. Приехал и вырос в размерах. Все. Бум. И у этого, у Transition A, пускай будет какой-нибудь Basic Motion Fade In Fade Out, чтобы он его растворил. Пока тот уходит, этот проявляется. Все, вот простейший, специально ничего сложного, простейший эффект. Сохранил его, перехожу в Final Cut. И нужно мне теперь, чтобы Роберт сменялся каким-нибудь другим эффектом. Вот у нас есть iBlink от прошлого, этого самого. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Правда, нужен будет ему захлёст. Давайте подрежем чуть-чуть. Это блинк короткий, возьмем-ка мы вот этот вот интервью. Он всяко подлиннее будет. Да, он подлиннее. Волшебно. Поначалу подрежу, чтобы был захлёст. Что здесь, что здесь. Прекрасно. И вот мои транзишн здесь живут. Профайл. Вот мой simple switch. Бум. Проверяю, как это работает. Отъезжает, замещает, переходит. Бум, бум. Причем все настраивается, могу сделать его подлиннее, тогда анимация будет просто медленнее. Да, покороче, тогда анимация будет короче, быстрее. Но принцип понятен, я думаю. Надеюсь, что принцип понятен. Вот такая история. Более того, кстати говоря, можно даже здесь ему добавить не черный фон, а какой-нибудь фончик. Да? Может быть, у них будут тоже отражения, как я до этого делал, вот с дисплей-миррором, чтобы каждый из них был свое отражение. В общем, все доступно и понятно, как мне кажется.